Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Нью. Ну что, разобрался с этим кузнецом, то, короче, то же самое, в принципе, что и Волонги, точнее, в Нью-Йорке, точнее, Волонги то же самое, что в Нью-Йорке, потому что Нью-Йорк-то вышел вперед. Давайте вот это, наверное, квест. Госпожа Китё прислала письмо с просьбой к тебе составить ей компанию в поисках подарка для господина Муносини. Похоже, ты у нее на хорошем счету. Прошу следить за собой и веди себя корректно. Не стоит ее разочаровывать. Ладно, давайте посмотрим, что будет. О, что-то как-то неудобно сел, пока тыкался этим. Ковать вообще... Я думал, типа, золотой это... Лучше синего и фиолетового. А золотой это не лучше синего и фиолетового. Фиолетовый это крутой, а синий лучше золотого. Вон оно как. Разобрался теперь, главное. Извините, сэр Анди. Продолжим наш путь. Нет. Сначала вот так, а теперь вот так. Теперь сюда. Так, два. Так, 100. Так, 183 ты мне даешь, да? Ты 186. Берем тебя. Хорошо. Хорошо. Так, значит, вообще, по идее, синенький экипировать. Кусаригама шпиона. Так. Это сильнее. Так, ну, блин, там пролом средний сильный. Ну, давайте вот эту кусаригамку. Так, вообще, мушкет заменим. Потому что урона у нас больше, а тут... Урон плюс 12. Ладно, пускай будет. Прокачаем. Что у нас еще есть из такого? Да я бы хотел не кусаригаму попробовать, а вот этот райкири. Ух, ни хрена себе. Так, менять. Так, давайте лук возьмем. Опа-да. А у меня тоже, смотри, а у меня такой же, как у тебя. Так, теперь у нас молниевый удар. О, так, ну, пацаны, вы мне не нужны. Те, кто обращается в одержимые предметы, слабы. Будь внимателен, и ты обязательно найдешь способ их победить. Ага, допустим. Ладно, побежали. А куда нам надо вообще? Ой. А, ну спасибо, блядь, он сверху жахнул меня, я... Ну ты такая мразь, просто стоишь наверху и такой... Я в тебя кидаю всякого дерьма. За это ты... Да не смотри на меня, женщина. Ну серьезно? У меня одна стрела была. Ну тогда... На... Ну как же я не умею пользоваться. До свидания. Скалиный глаз. Ну а как бы я блок нажал? Не это. А чё она так сильно бьет, а я так... Ой, спасибо, женщина. Типа она так сильно бьет, а я так слабо этим... Ага, здравствуйте. Оба-на. Давай, вдвоем его. Давай, режем. О, я его зарезал. А я был последний. Мой удар был финальный. Я слышу кого-то. Я кого-то слышу. Ой, подкушал. Тин. Ага. Это было близко. Это было очень близко. Ой, здравствуйте. Давай, добивай. Молодец. Ч
что за был сейчас. Там наверху кто-то, что ли? Не надо. Хорош. Так, здесь у нас ничего. Кто-то наверху, что ли, сидит? Каким образом мне наверх попасть? А, сюда, да? Да-да-да-да, конечно. Так, здесь понятно. Так, продолжаем. Опа. А, ага, отлично, спасибо. Меня отравили. Да сожри ты противоядие. Удачно. Так, ага, ты прошла там, значит там никого. Типа. Молодец, спасибо. Ну, лежишь, лежи, не вставай даже. А! Угу. Для самых умных, да? А как мне туда? А как мне тебя забрать? Так ты ж не прыгаешь. Он же не прыгает, алло, как? Дура, не нажимай. Ну ты и тупая вообще. А, хорошо. Я заражена? Да ладно. А, ну конечно. Это еще что такое? А, ну пошел вон. Ага, здравствуйте, здравствуйте. Ну, давай, давай, добей его. Твою мать! Попил, хорошо. Ну ты чё, тварь? Ты сдохнешь, нет, сюда. Ты чё там? Алло. Тебе, блядь, сказано было, не наступай на эту хрень. Ты меня спас. А ты почаще наступай на ловушки. Как бы, ну я тебе показал, что она работает. Ну хотя бы в блок встань. Ты чё, дурак, что ли? А я так не умею. Ну, даже не умею, но не хочу. Ты еще и второе оружие достал? Ты дурак, что ли? Ага. Спасибо. Ящик лекарств. Всякая хрень, прочее говно. Ага, вон он отличается. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, дружочек, давай, давай, давай. Ну чё ты встал, иди сюда. Молодец. Ага. Ты чё думал? А, она занята. Сорян, чувак. А, быканул, быканул. Чутка не то. Ага, конечно. Оба-на. Вот как ты вовремя, женщина. Как ты вовремя его застанила. Это было близко. Это
было очень близко. Да. Ага. Ох, ё! Здравствуйте. Так, а это куда у нас, типа? А, это типа сюда же. Ну, блин, я не знаю, но... Эффекты не так уж сильные эффекты накладывают. Так. Здравствуйте. Ага. Да, стоит. Так, хорошо, это забрали. А тут финалочка, да, или чё? Ну ладно. Здравствуй. А огонек откуда? Так, я лучше подлечусь. Так, ну молния, я так понимаю, замедляет. Это с ним уже разобралась. Это старый берег. Гляди-ка, это будет прекрасным подарком для моего господина. Благодарю за помощь, сэр Анзин. Нет, не иди вперед, нифига. Так, освещенная вода. А, нас отсюда выпускают. Все, пойдемте там наверх. У нас есть еще куда сходить. Так, куда я иду? Ага, вот сюда. А, спасибо, спасибо. Ага. Конечно, конечно. Все, это тупик? А. Тут срез. Тут какой-то срез непонятный. Ну ладно. Так, это мы вышли наверх. А прокачивать уровень я пока не буду. Потому что если я прокачаю, все резнутся. А и потом мне через них всех бежать? Да, ты что, издеваешься? Давай. Ну хорошо, что, кстати, она со мной. Эй, алло. А, типа, квест все, и поэтому все, да? Даже камень на меня не хочет катиться. Пошел вон. Похоже, это место долгие годы использовалось для проведения ритуалов. Значит, мы просто все пособираем. Я так понимаю, тут провал, да, нет? Нет, смотри-ка, не провал. Не проваливаемся. Жалко. Вроде ничего. Мне так интересно, этот камень должен был на меня катиться, а в итоге он теперь не катится. Это, кстати, странно. Ну завершила квест, но может я хотел вернуться, посмотреть его оставшееся, залутать, не залутать. Допустим. Вот странный звук. Так, ну, тут, допустим. Ага. Забрал. А, в одну сторону. Грёбаный лабиринт, а?
А потом еще обратно бежать. Блин, я бы знал, что мне надо... Угу, спасибо. А, ну да. А, вот он и... Понятно. А зачем? Так, пока нет, пока не... Отстаньте, ребята. А, и все. То есть это... Ага, он чувачка еще не залутал. Вдруг там лежит настолько редкое оружие, что мы... Свеча призывателя. Ну, а предмет редкий, допустим. А, мне сейчас урон... Ну, а можно было тогда выносливость? То есть урон мне сейчас вообще, вот, вообще по нулям. Это чтобы не сдохнуть, да? А! А, ага. Так, а теперь главное найти дорогу. Так, а куда я шел? А я шел сюда. А, глубже. Глубже. Не, ну меч прикольный. Типа, что он эти свойства накладывает. От этого, может быть, кого-то легче будет убивать, кого-то нет. Ладно, побегаем с ним еще. Привычность ему увеличим. Да-да-да, конечно. Да. А, можно было сделать так, что ну, ты завершил квест. А, ловушки не юзаются, типа вот эти вот. А, но не терять хп. Видимо, проще сделать, не терять хп было после завершения квеста, чем каждую ловушку отключать. А госпожа Гитё была поистине восхищена, но, похоже, подарок предназначался не господину Мусинге, а его любовнице, госпоже Ятика. Интересно, что же она ей подарила? Иногда ее поведение вызывает у меня недоумение. Так, окей. А, вот еще что-то есть. Дух-хранитель пара Райкина. Господин Мусинге вызывает тебя на дуэль. Как мне это знаком? Похоже, его заинтриговали слухи о твоих боевых подвигах. И неудивительно, все-таки он знаменитейший воин и военачальник на западе страны. Правитель целой провинции. Прошу тебя, отнесись к дуэли серьезно. И не поломай. И не наломай дров. Хорошо. Есть древняя японская поговорка. Думал, увидел призрака. Но это была лишь сухая трава. Это о траве Сусуки, что и увядая, к осени обретает золотисто-коричневый цвет. Иногда ее используют в берегах, а характерное колыхание Сусуки на ветру нередко вызывает у путников ощущение, что они только что увидели призрака. Ага. Чувачок, как ты знаком, и как мне это место, блядь, знакомо. Прям вообще. Секира, здравствуйте. Наконец-то, настоящее испытание навыков воина. Ну давай, давай. Ага, а ты больно бьешь, оказывается. Ай. Ну тебе повезло, что я решил подлечиться. Падла. Ну блин, мне надо его выбивать, а он не хочет выбиваться. Ну ты в смысле, ты в него попадешь вообще, нет? Хорош. Близко, близко, дружище, близко. Держимся, держимся, держимся. А ничего, что ты попал не тогда, когда надо. Блин, чувак, ты такой, это... Движения у тебя такие знакомые, прям. А, пробил, нифига. Песик, отвали.
Ну да, 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 да. Не надо, не надо, не убивай меня. Да не стреляй в меня, не убивай. Ага. Лови. Еще лови. Ну спасибо, что попал, конечно. Ага. Тихо, выносливость. Ну ты падла, ну ты чё? Я ж хотел тебя до тебя добраться. Ну ты меня же не прикончишь. Какой ты... Ну поехали, давай, будем с тобой поаккуратнее. На. О, как ты не достал до меня, хорошо. Ого, какой ты. Так, тихо. Нет! У-у-у-у. Это было близко. На, пошел сюда. Ага, твой песик промазал. Ай, больно. Ну тихо, ну не надо. Алло, успокойся. Давай, иди сюда. Как же ты в него не... Какой же ты мудак, если честно. Ну, в него... Он почему... Он не достает до него. Он... Почему-то он на месте стоит. Золото сейчас так не работает. Ну, давай. Так, тихо. Ага. Попался? Хорош. Ах ты падла. Выбил. Ну не надо, ну... Ну почему... Ну типа, ну это правильно с одной стороны, что он воткнул один урон и пнул еще другой урон. Ну... Не до такой же степени. Тихо. Вот все хорошо, хорошо, а вот тут потом начинает выпендриваться. Вот, я тебя тоже вот так вот могу. Ну тихо, ну ты в смысле разрубил меня напополам почти. Ну давай, иди сюда. Песик, отстань. Вот он начал рубить, и он рубит, и он не попадает. Он не в него целится вообще. Ну да, 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 да. Чё бы нет. Да псина ты вонючая. Блин, осталось чуть-чуть совсем. На. Не надо всякие тут приемчики применять. Но он больно, он бьет больно. Трында больно бьет. Выбил. Так, сейчас полетит на меня. Ударь. Молодец. Тут дай его. А давай все нижнюю. Тихо. Больно. Да он его не... Все, он в ступор впал. Блять, и все, ты хочешь...
ничего не делал, и он вообще... Он просто впадает в ступор, и все. Ага. Все, готов. Ну да, даже его не это. Какая ты тварь, а? Посмотри на него. Эй, чел, иди сюда. А, не-не-не-не, своего пса убери еще. Давай мы тебя вот здесь запрем сейчас. Ой, хорошо пошел, да? Туда тебя. Так. Так, чел, отвали от меня. Даже не думай. Не-не-не-не-не-не-не. Иди сюда. Ну что ты, в него-то попади хотя бы. Ну. Убеги, убеги от него, убеги. Лечись. Максимум. До максимума прям. Отвали, даже не думай. Чел, отстань. Я нашел твое слабое место. Ага, и все, зарядились. Так. Хорош. Фу. Какой ты тошный мразь. Прекрасно владея мечом, ты становишься все сильнее. Да. Если бы не вот эти камни, блядь, я бы теперь... Правитель Хидеоси даровал Хонде Тадакацу и мне звание несравненных воинов Востока и Запада. Но отчаяние не покидает меня. Гинтио унесет этот секрет в могилу. Род Татибана — воплощение правосудия, и это мне объяснила именно ты, дорогая Гинтио. Путь воина — подавлять в себе страсть. Моя жизнь посвящена службе моему господину. Одержимость — пара ракин. Разделение духов. Хорошо. Да, идти вперед, естественно. Конечно. Какой ты тошный мраз, вообще прям не могу столько времени потратить на всякое говно. Но там какой-то доспех нам дали. Типа, собрал сет, я так понимаю. А, великолепно, просто великолепно. И я, и Гинтио, у тебя в долгу. Хоть на нашем языке ты говоришь неуклюже, клинок твой по-настоящему красноречив. Надеюсь, это наша дуэль не последняя. А я надеюсь последняя, потому что манал я. Типа. Давайте, чё, сюда? Ну, типа там квесты хоть и не все завершил, но да ладно. Поплывем дальше. Ульям, господин Канбей собрал для нас команду. Мне необходимо попасть в Осаку, чтобы известить Иясу о действиях Исиды. Мы отправимся в путь прямо сейчас на Ливде. Господин Нагамаса составит нам компанию, он направляется к Мори. Так, мы что, получается, что там Исида Мицунари, да, по-моему? Еще один жесткий типок по-любому будет, если мы с ним драться, конечно, будем.
Это Умободзу, Умибодзу. Эти создания потихоньку начинают... Чё? Эй, дружище, может не надо, но можете ничего не делать. Мы просто проплывем и все. Что ты делаешь? Руль на порт! Руль на порт! Интересная хрень. Но мы же с ней не будем сражаться, я так понимаю, да? Это было бы немножко глупо. Это был Умибодзу. Даже у тебя нет шансов одолеть его. Да и не собирался. Ливде не сможет так далеко уплыть. Нам надо быстрее доплыть до Аки. Господин Нагамаса уехал, чтобы узнать, как обстоят дела у Хираоки Юриазы. Пожалуйста, помоги роду Мори в их компании. Мы больше ничего не можем сделать, пока наш корабль не починят. А как Мори? Мори? Митанари Мори? Нет? Не помню. Это один из лучших военачальников Исиды, Сима Сакон. Не хотел бы я оказаться его врагом. Но боюсь, даже генералу Сими не под силу переубедить род Мори. Страж преисподней. Это... А, ну это основное задание, дополнительное задание. Стенание серебряного рудника. Так, здесь какой? 27-й надо, а здесь 25-й. А я вообще какой? А, во-первых, сюда. А, во, я могу. А, пара райкира. Ага. Хорошо, ладно. А, повысить уровень. Так, стойкость нет, сила, а то уже... Али, подожди. А, вот навык у нас идет. Так, давай, Танис в стойкость. Один, да. Мам, и 37 уровень. Так, это все понятно. Так, до свидания. Кузнец. Ковка. Вы дали предмет «Древний текст». Ага, оружки есть новые. А, я могу райкири ковать, типа, новый. А, ни хрена себе. Так, ага. Хорошо. Хорошо. Хорошо, так. Да-да-да, до свидания. Нет, мне надо святилище. Нет, подожди. Склад. Так, это понятно. А, это то, что у меня на складе есть. Йоу. То есть это мне все, в принципе, надо это. Не, ладно, надо переодеться.
Задача магов Амёда — поддерживать баланс между нашим миром и миром иным. Увы, войны не кончаются, и тот мир переполнен душами мертвых. Еще немного, и ситуация выйдет из-под контроля. Господин Анди, я могу отправить тебя в мир Йокай. Странное место, что находится между миром мертвых и миром живых. Могу ли я попросить тебя усмирить орды Йокай, что пытаются прорваться в наш мир? Обязательно. Я хочу эту одежку посмотреть. Мне же дали полностью сет. Подземный мир. Надо слишком быстро грузиться, чтобы читать это. Здравствуйте. Не-не-не-не-не. Вот так. Броня Кабуто. Типа, а если вот так? Нету, да? Тоже нету. Типа, если вот так. И вот так. У меня, получается, нету... мне надо, значит, скрафтить броню и перчатки. Броню и перчатки мне надо скрафтить. Хорошо. Броню и перчатки. Так, подожди. Так, броня у вас... подожди. Смотри, это... это лучше. Давайте посмотрим. Так, штанишки есть? Так, это... несравненный. У меня два аж. Хорошо, понял. Тут нету КТ, нет. Подожди, или есть КТ? Нет, это пластичные. Так, тут точно нет Кабуто. Так, все. Здесь пока все. Отстань, тварь. Хорошо. Будем усмирять. Так, подожди. Да стой ты, дайте. Да пацаны, угомонитесь. Вы чё разошлись-то? Да, покидаемся, давайте. Попрыгаем тут всяко-разно. Одиночный меч — это вообще не моё. Он слишком медленный. Мне надо спамить. То есть это... типа... вот так вот. И то в нижней стойке. Все, зарубили. Хорошо, молодец. Точно, еще надо забрать. Отстань. Спасибо. Хорош, одного зарубили. Куда ты там кидаешься? Хорош. Давай, иди сюда. И чё? Да, конечно. Больно. Постоянно сейчас приходится на эту полоску выносливости посматривать. Пацаны, не надо. Вот прям предупреждаю, не надо. Хорош, сгорел.
там что, дядя идет? Ай, больно? Тихо, стой. А не дохрена ли он сильно бахнул больше 1000 в меня? Типа, алло, 10 уровней разницы есть у меня. Я понимаю, что я говно вкачал какое-то там. Так, есть, хорошо. Ну, спасибо. Слышь ты, плевалка, отстань от меня там, маленькая. Да отстань ты, ну еди твою мать. Ты издеваешься надо мной или чё? Лечись, алло, давай. Так, хорошо, ладно, одного поджарили. Так, есть. Пацан, ну не надо. Второй удар хотя бы не делай. Хорошо, молодец. О, хорошо. Жив, цел. Ай, больно. Не надо. А лечиться нечем. Ты дебил, что ли? Ну кто так делает? Я зачем вызывал тут-то? Ну, встать! Так, ты сдохни хотя бы. Ага. Я так понимаю, я в тебя не попаду. А, нет, попал. Ладно, хоть задание на этом закончилось. Так, вроде все, да? То есть ничего больше сверхъестественного тут нет. Ладно, поехали. Да, естественно. А что тут ничего не осталось? Да, сложненькое задание было. Ну, не сложненькое, но типа... Терпимо, терпимо. Ну чуть нас не привели. Я вызвал двух холла, меня давай мутузить. Как я обожаю, когда так происходит. Это должно на некоторое время успокоить монстров ЮК. Увы, пока не закончится. Войны, злобные демоны будут проникать сюда. Лишь мир на земле позволит нам отдохнуть. И я молюсь, чтобы мир этот наступил как можно скорее. Вы получили следующий титул. Преуспевший самурай. Отлично, шикарно. Так, уровень мне не вкачивается. Добро пожаловать, я Кикава Хироэ, правитель провинции Идзумо. Жаль, что глава клана Мори не смог составить нам компанию. Но я готов вместо него выслушать тебя. Демоны и монстры заполонили наш серебряный рудник Ивами Гиндзан. И все работы пришлось остановить. Серебро – важный источник дохода для клана Мори. И произошедшее для нас настоящая катастрофа. А тебе, сэр Анзи, рассказывает, что ты настоящий мастер по изгнанию.
А, ну, типа, да, наверное. Пойдемте. Пойдемте. Ай, хотел... Доспех хотел выковать. Забыл. Ладно. Доспех и перчатки. А, уровень можно вкачать, хорошо. Уровень можно вкачать. Давайте вкачаем. А, так, навык. Давай навык. Управляет вентиляцией. Это ядовитый туман, тут все запланил. Надо найти способ избавиться от него. Ага. Ну, типа, да, я сразу как-то понял, что надо будет что-то здесь менять. Противоядие. Так. А, вниз, короче, лучше не падать. Я так понимаю, да? Пока что. Не повезло. Очень плохо. Я и не предполагал, что испарения уже настолько распространились. Блять, я не успеваю читать. Вы... Этот выскочил, а я нажал уже на эту начиталку. Эти странные камни очень опасны. Подойдешь слишком близко, и тебя тут же поразит яд. Ага. Ну, спасибо. Упал, конечно. Привет, ребята! Чё, как оно? О, двумя мечами, как рубин. Ай, больно? А чё так больно? Но не надо, отвали нахрен! Ну ладно, хоть не начал бить меня. Тихо. Блин, узкое пространство, еще они, блин, скопились. А, мертвые опять восстали! Кто-нибудь заставьте их, наконец, успокоиться с миром. Так, ну допустим. Пока пойду сюда. А, у меня куча этих. Так, кстати, нет. Да. Я не нажимал. Вот эта вот фигня. Да, стой ты. Сразу после обнажения меча может так. И, на момент активации мечи должны находиться в ножнах. А, ну это же, да, хорошо. Берем. Нижний или средний удар ноги с разворота. В конце комбо. Замечательно. Задание «Путь воина новичок» выполнено. Задание «Путь воина новичок» что? А, вы хотите сказать, мне вот эти вот обучалки надо проходить? Издеваетесь? Требует верхней стойки. А верхнюю мы пока не используем. А, не, это какая-то... Да блин, да ты издеваешься. Ага. А, ну это вот это, да. Ну, давайте изучим, чё бы нет. Пускай будет. А, вот эту штуку, да? Стоимость 2 дзюцу. У меня 1 дзюцу. Да. Ага. И там кадамчик у нас за дверью. Спускаться не буду, там яд. Здесь тоже яд.
А, то есть ты хочешь сказать, мне тебя крутить и надо постоянно. Не надо. Ух, ё... А, это камни просто. А, камни мне разрушать надо. Я понял, чел, отстань. Ага, отлично. И теперь здесь все, здесь чисто будет. Так, я сначала... Под... Блин, а мне уже лечиться нечем. Предметы. Так. Вот этот. И берем противоядие. Вон оно, противоядие. Отлично, пошли. О, здорово, Кадамчик. Не надо прыгать. Решил он прыгнуть, блин, а? Так, здесь я поднимусь наверх, но мне не надо, в принципе. Идиот. А чё, в смысле? А чё так больно-то? Можно не так больно бить? А можно эликсир, пожалуйста? Эликсир не хотят мне давать. А, ну это я здесь... А, все, отлично. Пришел куда надо. Так, значит, идем туда. Ну да, конечно. Блять, он меня точно... Он меня грохнет. Не надо. Мразь. Не понимаю. Это мы его скинули. А камни... А камни я не могу, потому что у меня кончилась вот эта вот фигня. Ага, а он восстанавливается, мразь. Ну пошли искать камушки. Так, сначала ищем камни. Здорово. Здорово. Так, тихо, не надо, дружище, не надо. Давайте мы быстро вот закончим это все дело, пацаны. Следующий. Ага. И тебя туда же. По-быстрому, ребята, да? Кадамчик тут наверху. Так. Хорош. Так, ну ладно, мы пока это, давайте вот это вот замочим. Я тоже так могу. На еще. Лишнее. Полетело. Лишнее улетело.
пошли. А, это мы вернулись. Вот и выход, я добрался. Наконец-то я Ага. А можно, типа, этот, как его? Лечилочку мне. Это оно как-то это. Секотно. Секотно. О, кстати, спасибо. Спасибо. Ой. Я не могу вдохнуть. Кто-нибудь помогите. Так, наверх. Здравствуйте. Так, а здесь? Ага. Ладно. Ну, я чтобы быстро, если чего, прикончить. Кадамчик, здорово. Так, а нахрена я вообще сюда поднимался? Так, спуститься. А зачем? А, мне вон туда, наверное. А как мне туда попасть? Это странная хрень. Так. Мне надо сюда как-то поп... Да-да-да, конечно. Нападай. Дурачок. Такой... Ну, прям вообще. Так, мне надо вот туда. Чтобы туда попасть, мне надо как-то туда спрыгнуть. Чтобы туда спрыгнуть, мне надо подняться сюда. Ну, больше вариантов-то нету. На самом деле. Прям настолько все просто. Ага. Так, берег. Блин, уже пора заканчивать. Ну ладно, там сколько еще вырежу. А, я сюда нет. Ну ладно, я пока не буду тогда юзать. Пойду сюда. Так, здесь спуститься, да? Значит, нам залезть надо. А, там опять это демон. И тут демон. Ну ты и мразь. А, спасибо за завершение серии. Четкое прям. Он просто... И готов. Да, это прям... Обожаю. А вот тогда на сегодня заканчиваем. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылки на плейлисты и на паблик в описании под видео. Всем пока.